Пушка. Езжа. Бля, я все играл. Только упало, бля. Во, вон мне, бля. Я потому что как? Надо всегда себя в этом мире контролировать. От пьяниц особенно. Пьяницы они. Что у них? Выпьют, перепьют. Не такие хулиганы, потому что я в детстве знаю, что такие пьяные мужики на пьют, когда. Да и без разницы. Мужики, женщины, это пьяные, это самый. Ну как сказать? Преступник он как он? Что-то совершил, сделал, а вот это пьянство, она же постоянно, ежедневно, ежесекундно, вот это пьянка, она же постоянно выпускается, все это пьется, все вот это. Вот человек, у нас самая болезнь вот в человеке, это человек пьет, когда человек пьет. Вот, особенно в компании, вот, ну там в компании утихомиривают пьяниц как-то, вот так. А если какая-то маленькая компания, как там как его утихомирить? Не утихомирить, буянит, то он вообще может и зарезать, и да не все делать. Потому что пьянка же она, как говорят, это не доброе слово пьяный, а это злое, очень злое это существо, вот эта пьянка на люди. Мне кажется, вот надо пить как-то умеренно. Вот, например, я один пью, я никому вреда не делаю. Меня придумали, семьи нет, никого нет, я сам по себе. Вот одному, вот таким можно пить. Он, потому что, что, он, я в лесу звук, с кем я там могу, а с собачками нет. Я наоборот, вот, когда пьяный, да, я наоборот, очень еще добрее становлюсь, понимаете, добрый. Ну, когда вот выпьешь, и а на следующий день, так, вот думаю, нафиг я выпил столько много, зачем выпил? Деньги зря истратить, можно было что-то купить хорошее, вкусненькое поесть. Так нет, вот на эту дрянь тратим, все тратим, даже вкусно не хотим есть ничего, а могли бы вкусно что-то поесть, покушать. Вот самое главное, да, вот, вот это самое главное. А нет, мы пропиваем всю эту денежку. Ну, раз куча денег, что же сделаешь?